Приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу с вами поделиться рецептом этого замечательного десерта. Яйца с сахаром взбиваем до увеличения в объеме. Добавляем сметану, и масло. Продолжаем взбивать. Далее добавляем муку, какао и разрыхлитель. Вот такое тесто у нас получилось. Тесто наливаем в форму и равняем. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов. Готовность проверяем палочкой. Убираем бумагу и даем остыть. Таким же способом мы печем еще один корж и даем им остыть. Готовим заварной крем. В кастрюлю насыпаем сахар, муку, наливаем молоко, перемешиваем. Ставим на огонь вариться. При этом постоянно перемешиваем, чтобы не подгорело. Наш крем готов. Убираем с огня. Накрываем. И даем остыть.
до комнатной температуры. Наша заварная масса готова. Остыла. Продолжаем делать крем. Сливочное масло. Добавляем ванильный сахар или ванилин. И взбиваем миксером до остекления. Постепенно добавляем заварную основу. Наш крем готов. Крем готов. Визуально разделяем на две части и собираем наш десерт. Накрываем вторым коржом и смазываем кремом. Отправляем десерт пропитаться в холодильник на 2-3 часа. Готовим глазурь. В шоколад заливаем горячим молоком. Оставляем на пару минут, а потом перемешиваем.
Добавляем сливочное масло. Наша шоколадная глазурь готова. Достаем десерт из холодильника. Покрываем десерт шоколадом. Наш десерт готов. Отправляем в холодильник на полчаса. А можно прямо сейчас подать к столу. Спасибо, что были со мной. До новых встреч!